Правила дорожного движения внесли изменения. Теперь школьные автобусы могут ездить по полосе, выделенной для маршрутного транспорта. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он отметил, что выделенная полоса для общественного транспорта – признанная международная практика. Специалисты считают, что это сделает перевозки детей на учебу и на экскурсии комфортнее и безопаснее. Кроме того, принятая мера позволит снизить затраты на эксплуатацию школьных автобусов и повысит загрузку выделенных полос.